Друзья, ну что, мы продолжаем гулять. Сегодня мы с Лесенькой приехали на... Севкабельпорт. И, естественно, приехали на каток. Потому что мы покатались на Красной площади. И сейчас мы покатаемся на каточке с видом на море. Единственным и неповторимым катке с видом на море. Я думаю, это будет очень круто. Сейчас вам покажем. Мы приехали еще одно такое классное инстаграмное местечко. Это Севкабельпорт. Мало того, что здесь каток с видом на море, но и вот такие вот вкусняшки здесь продаются, можно купить. Главное же, идем к каточку. Посмотрим. Ой, как... Ну что, Сань, ты решил подкрепиться перед прокатом? Шерстный передельник. Одна из моих любимых выпечек. Смотрите, ест, а мне не дает. А мне тоже хочется. Ну что, в 2020-м мы хотели на море и с Лизей провели несколько месяцев в Владивостоке. В 2021-м мы тоже хотели на море, и вот уже 3 января, и мы на катке у моря. Так быстро мои желания еще никогда не сбывались. Но надо, я понял, что надо точнее загадывать, конечно. Но здесь очень красиво. Очень классный каток, обязательно приходите, покатайтесь, каток у моря, Севкабельпорт, очень классное место.